совсем придушки для горнолета. Прям лачужечки такие. Есть вон хорошие, смотри, одежда нормальная висит, не всякая там цветастая. Там уже охота дуриан на Русту поехал. Вообще недолго еще до него ехать. Дима, что там у нас экскурсии похожи на экскурсии с гидом? В смысле? Побежали! Быстро! Так мы должны успеть сегодня, это много чего. Мы, в отличие от гида, успеваем все. И притом никого не торопим. Только меня все время торопят. Дима, где ты? Мы тебя ждем. А Дима-то в это время... Чел он занят. Да, весь в делах, в заботах. А как ты купаться-то будешь? Нет, вот. Там сырые. Вешается. Что, прям шрам? Я давно дорога пошла в горы. Горы, в джунгли. Машина заревела. Вот, собственно говоря, уже и тупик. И дальше не проедешь. Ух ты, смотри, что там висит. Это дерево там стоит. Что-то висит. Это дерево. Ага, вот он, да. Скоро будет Дурианыч. Все в тенек поставили, хитрецы. Все, погнали. Папки длинные сумки, так сказать. Андрей, дай воды, пожалуйста. Это гамаки, мама.